приглашаем Татьяну Анатольевну Злотникову и Ольгу Викторовну Алексееву. А слово я предоставляю сейчас заведующей сектором Валерии Леонидовне Малышевской. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, мы немножко прервемся от нашего спасовского урожая, прекрасного праздника. Вчера у нас в городском округе Пушкинский проходил автоквест. Называется автоквест наш хайповый драйв. Мы его проводили уже в третий раз, но первый раз вышли на весь округ. Конечно, мы все столкнулись с такой проблемой, как пробки. Очень надеемся на расширение дорог. Вот. В будущем обязательно все наши ошибки учтем. Ну и, конечно же, мы хотим наградить наших участников и победителей. И сначала мы наградим поощрительными призами всех наших участников. Сейчас мне вынесут призы. Итак, начнем с команды «Дети маминых подруг». Выходите к нам сюда. Есть у нас такие представители. «Дети маминых подруг». Нету, да? Ладно, поехали дальше. Представители команды «Западловцы» есть такие? Люди стояли в самых ужасных пробках, в одних из самых ужасных. Поэтому за «Западловцев» получишь. Давай. А теперь мы хотим наградить прекрасную команду «Быстро и точка». Я вижу, что они здесь. Выходите к нам сюда. Красавчики, на первой станции дольше всех думали, дольше всех. Они последними отгадали первую загадку, но при этом пришли всего лишь третий или четвертый. Так что очень здорово. Так, а эту коробочку мы отдадим команде, которая по праву, можно сказать, самые стильные, самые красивые четыре девушки. Все были в красном, в красной машине и давали самые точные и правильные ответы. Выходите к нам, Ladies in Red! Аплодисменты нашим прекрасным девушкам. Следующая команда всего лишь на 8 минут отстала от победителей по времени. И так как допустили одну ошибку, не стали самыми точными. Команда «Синие кони». Аплодисменты. Также очень важный инструмент мы подарим команде «Кораблик». Очень нужная вещь. Надеемся, кто-нибудь есть из представителей. Если никого нету, Андрей, может, тоже получишь? Не знаешь, что это? Ну ладно, мы передадим. Спасибо большое. Так, наша следующая прекрасная команда называется «S как доллар». Тоже стояли в пробках. Большая, дружная команда, веселая. Давайте им поаплодируем. Они также не сделали ни одной ошибки. Переходим к самому интересному. Награждается команда «Чепуха». Победители в номинации «Самые точные». Поаплодируем. Также ни одной ошибки, но еще оказались и немного быстрее. Ну и главный приз нашего автоквеста отправляется команде «Лайфстиль». Победители в номинации «Самые быстрые». Аплодисменты нашим скоростным, самым скоростным. Молодцы, тоже всего одна ошибка допустили. Все, всем спасибо, я передаю